МИД делает все возможное, чтобы россиянин, который попал в плен в Афганистане, был освобожден. Штурман по фамилии Севастьянов, 56-го года рождения, был в вертолете Ми-17, который захватили талибы. Аварийную посадку борт совершил накануне в провинции Лагар. Это территория одна из самых опасных. Там хозяйничают боевики. Да и кроме россиянина на борту было еще 6 человек. Их тут же взяли в плен. Власти Афганистана уверяют, что пленники в безопасности. Правда, почему-то не отпускают их пока обратно. Возможно, террористы хотят обменять экипаж на своих сообщников, которые находятся в заключении.